Так, дорогие друзья, снова всех приветствую. Мы, как обычно, находимся на Радмире РПК РМП 4. Сервер на Радмире РПК РМП. Вот. А снова появился я спустя время. То есть прошло уже дня 4, а то и 5 с того момента, как... Помните, я же доверил 75 миллионов рублей своему прямому заместителю Кириллу для того, чтобы он вложил их в... неплохой бизнес, ну как по его словам, да, неплохой бизнес. Он полностью головой отвечает за эту операцию, скажем так, потому что деньги я ему дал совершенно на не безвозмездной основе, а в долг, и он будет обязан мне их вернуть. Время у него, по-моему, до весны. Так, сейчас мы летим к моей хате. Тут вроде бы уже должно было произойти построение. Так, ну погнали. Так, как там, Кирилл? Камбиче? Всем здравия желаю. О, Павел. Здоровче, пацаны. Так, ну что, Кирилл тут? Сейчас Кирюха поедет, он сказал. Чё новенького произошло, ребят? Рассказывайте, только по одному. Очень много игроков добавилось. Новеньких у нас достаточно, да? Я подал на восстановление. Хорошо, хорошо, так... Со старшим составом лично. Ты согласен, седьмая экипаж, можешь, пожалуйста, тэпнуть? Это кто? Кирилл? Это Кирилл, да. Какое? Да, Артёмка, это Артёмка. А, Артём Топик. 5-8-7. Артём Топик, восьмёрка. Вон, Кирилл подъехал. А, да, вот, смотри. Угу. Вот, Кирюха. Со всеми поздороваемся. Благодарю. Павел. Так, Павел, здорово. Здравия желаю. Привет. Да я желаю, естественно, прям так и надо вращаться. Короче, смотри. Короче, Безак нормальные бабки несет, выходные несет, короче, под 500. То есть первый. Сейчас на секунду перебью. То есть первая новость, все-таки удалось его приобрести, там чувак не соскочил. По той же самой цене. Я просто не в курсе. Не, десятку пришлось накинуть. Да. А с чем это связано было, такое удорожание? А он не хочет вообще его продавать, типа, ну, в принципе, ну, типа, он ему нафиг, ну, типа, он не хотел еще продавать, типа, я там еле как его, в итоге еле как он продал его. Ну, потому что бабки хорошие несет, типа, он по факту стоит, типа, вот, 130-140 спокойно. Типа, сейчас Левфинку еще больше будет нести, то, в принципе, типа, он будет 100, все 190, да, ну, больше намного стоить бабки. Вот. С этих бабок, короче, пацанам нужно было ездить на тренировки, да, на, короче, РПшки. Я приобрел с этих денег, вот, газельку. Не, вон какая фишка, пошли. Стоишь, не хватает. Вон, заходи. Ну, молодцы, пацаны стоят. А, да ладно, вот такой мясовоз прикольный. А сколько людей вот помещается так максимум? Да много, очень много людей помещается. Жесть, ну прикольно, не знал об этой. Вот, вот ее задушку взял. Смотри, сейчас, короче, вот камри для первых рангов добавил. Короче, давай сделаем так, я сейчас камри, короче, отдам, что в бригаде катались первые ранги на ней. Там, ну, могли только по делам, да чё кататься. Потому что эти машины вообще ломают, вот эти джетишки, их седьмой, да чё, это все ломают, блин, капец. Потом восстанавливают, да чё, это все много дорого стоит. Вот, поэтому, короче, давай тоже добавим камри, потому что мне пацаны сегодня подарили вон гелендос. Я камри тогда хочу сюда отдать, чтобы сюда тут кататься. Чё, на рынок ехать, чтобы... А у меня, по-моему, максимум 15 машин-то и так, ты чё? А у тебя там какая-то четверка, да что, всякую шляпу это можешь слить и все. А я уже давно ее скрыл вроде как. А, ты чё? Ну, как бы, считай, сколько у тебя машин? Так, раз, два, три. Не, четверка есть, да, у меня шляпа. Раз, два, три, четыре, тогда пять, надо шесть, будет семь, другие восемь, тачки, девять, вот эти, которые сейчас на первом ранге. 10, 11, 12, 13, 14. Блин, раз, два, три, просто газельку нельзя закинуть, она типа является жестиком, типа грузовой, поэтому 10, 11, 12, 13, 14. 14 машин, минус вас. Было бы круто. Так. У меня 14, и четверка у меня с собой, скажем так. То есть ее лучше вытеснить. Но если в чем. Короче, смотри, еще такая новость приятная. Короче, написал на этот. Ну, как спонсор, или как на это? Партнерство. Да, 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 да. И твой промокод. Мне партнер. Мне, короче, промокод уже, ну, типа, вроде делают, ага. Должны вот сделать. Красава, поздравляю. Вот. Ты также стримишь или видосы снимаешь? У меня, кстати, что-то с этим. У меня что, драйвера, короче, мозги парят. Я завтра попытаюсь вообще все сделать, чтобы эти драйвера мозги не парили. А то, что-то, ну, когда что-то делал, у меня вообще просто... Тут... Я же на ноуте делаю, типа, ну, я понял, ладно, Кирилл, понятно. Смотри, там, на самом деле, вот. Дисциплина внутреннего состава вообще прям...
очень радует. Вот мы здесь стоим, да, общаемся. Ребята там стоят, просто не шелохнуться. Кого там что повысит? Не, просто... Или, если что, говори. Короче, смотри. Пошли тогда. Погнали. Вот, короче, смотри. Вот, Сергей не звонит. Я тогда тебе скажу, какой этот ID. Вот, 405. Ему плюс один ранг. Так, короче, смотри. Потом Артём Тописфольд. Его там какой-то только можно максимальный. На девятку он не сможет, но там, типа, у него это ранга нет. Так, типа, ну, он, типа, очень давно у нас, очень восьмерка, короче. Ну, там что-то его этот. Его выгоняли там. Не выгоняли, короче, у него этот я выгонял, потому что его взламывали. Вот. Максимально, да, ранг поставил? Хорошо, повесь, пожалуйста. Так. Алло, мам, я перезвоню. Все, так, пошли дальше. Перезвоню. Благодарю. Так, Кирилл, Кирилл, когда точку есть? Хорошо, если что, может, скажу показания. Ну, давай. Паша. Да. Пошли сюда. Сейчас я потерял. Угу. Вот, 702 плюс 1. 702, если я не ошибся, да? Какой еще раз один? 701. 701. Угу. Так, 3 однерки его до 6. Говори, дальше, не дальше. Еще, да. Еще один. Вот. Угу. Вот, шкипер. Ему плюс 3. Номер какой? Че еще? 951, ему плюс 3. 3. Угу. Все, да, все. Короче, остальные это только пацаны, которые вступили. Вот. Типа вот они на этой неделе у нас только вступили. Ну там еще типа их побольше, Павел. Просто типа кто-то еще Кирюха. Не в этом, не в игре, кто че, короче, вот. Можешь тоже им пожать руки, короче, всем. Да, Кирюха, а меня забыл. Че, пацаны, что, большие перспективы. Кирюха. У вас? А я. Ты же меня забыл. А. Морензекс, этот, можешь еще 547 повысить 4 раза. Дмитрий Магомедов, я вам жму руку, принимайте. Так, Дима спит у нас, походу. Ну ладно. Так, ребят, не мешайте, пожалуйста, левый, кто там, можно в банду, тех буду кикать. Пятьсот сорок седьмой еще можешь повысить и плюс 4 сделать? Так, 547. 547. Раз, два, три, четыре. Все нормально. Угу. Вот так вот, ребята, у нас и реально абсолютно любой, что он сделал, кстати, абсолютно любой из вас может вступить в ряды нашей бригады. На самом деле, скажу Кирюх, откровенно, можно, да, это... Рад, выйти, пожалуйста, не ворота. Так, его вывезли, правда. Кирюх, войти вывести? В доверие Кирилла, это, во-первых, давай, проявить давай. Себя, ну, как-то найти молодой подход... Человек. Правда, многого стоит, потому что семья, да, как и отдельно другая банда, ну, скажем, банда, как и в целом семья, то есть по мафиозным понятиям, у них свой менталитет. Понять его иногда очень тяжело, войти в него, довериться в него. Но зато никто другой, как кроме меня... А Джордан поможет, нет, с машиной? Не может повышать что ребят. То есть все равно, короче, я лично можно. С вами что, да, пересекусь, пожму что, руку. Может, нам покажешь зрителям, да что, как, что... Возможно, там, будем цены, да, тоже тепло общаться. Угу. Так, ко мне вроде бы никто не обращался сейчас. Так, что, тогда получается, Кирюх, едем машины, четверку, машины, скидываем. Кстати, какие-то обновления да. там должны быть по бандам, да? Я слышал. Да, я что-то вот, я сидел на дебатах у этого, у Коваля, я хотел попасть, там мы в чат полудили, пацаны там тупо в чат полудили, чтобы, короче, меня добавил. Ну, так, короче, не добавил, вот. Я, короче, сидел весь стрим, он что-то сказал, я типа, я думал, секрет, про это я был на этом стриме, я видел, что ты ему флудил, да? Да. Он потом рандомно стал всех добавлять. То есть он на чат потом не стал. Там потому что, да. Там, кстати, 5 этих. Вот я и хотел сказать, что типа, что замы не могут повышать, а потом сказал, типа, что глобальные повышения, ну, типа, там глобальные перемены, типа. Я такой думал, ладно, тогда вопросы вычеркну. Там вообще много вопросов было, там, типа, вопросов 5, наверное, было. Ну, поэтому сохранилась интрига, что будем ждать тогда обновочку. Вот. Кирюха, извини то, что перебью. Машины не забудьте, самое главное.
Да, ты, кстати, можешь через F-меню там сделать эти машины, GT-шку, потом Е-шку и к седьмой и сделать с третьего ранга. Чтоб тоже эти, чтоб не все катались. Потому что в первом ранге там бензина потом нету, Паш, и все, мы не можем ездить. Нас убешивает. И еще, Кирюх, Паш, у меня была такая идея, типа, вы четверку в утиль хотите сдать? Просто мы бы могли продать, потом деньги на склад чуть больше, типа, скинуть. Да, зачем? Не, предложение хорошее, безусловно, имеет место быть, но для нас на данный момент, я думаю, быстрее будет так сделать. Так, подожди, GT-шку и еще что-то? GT-шку, X7 и Е-шку. X7... Rolls-Royce, Фраер. А, Фраер, я понял. Rolls-Royce, ваш заместитель. Так, и что у нас там еще есть? G-класс, Жиган. Жиган. А камрюхи у нас с первого, да, будет? Да, камера будет с первого. Ну, ну такая камера чисто, вот чтоб такая чисто, пацаны катались, ну чё. Так, вот. А газель, газель лично у тебя в собственности получается, но оно и не мешает. Она и добавить я не смогу, я бы с удовольствием добавил, но я добавить ее лишь не могу, потому что это, она типа грузовая, поэтому типа ее никак не добавить. Но так типа вот она для мяса. Вот. Так, ну чё, поехать тогда на камере? Поехать на камере добавить? Давай, нет, давай ты мне лучше сначала скажи. Я просто что думаю, может правда четверку мне кому-нибудь скинуть? А там уж кто ее продаст, бабки на... тебе передаст, ты их на склад кинешь. Раз уж. А, нам все равно сейчас придется ехать на дешевый БУ, это Южный. Ну да, да, да. Так, да, да, да. Я просто думаю, думаю, думаю. Ладно, потом я тогда займусь утилем. А, поехали, ну, поехали на вторую. Погнали. Да, спасибо. Так, что, пацаны, всем что, огромное спасибо. Я думаю, еще увидимся. Красавцы себя достойно ведете. Оставайтесь такими же. Пацаны, кому можно скинуть, садитесь. Кому, кому нельзя скинуть, человек, кстати, один выйдите. Кому скидывать только. Пацаны, кому машину скидывают? У кого место есть, у кого это? У меня есть. Кстати, один, выйдите из машины, пожалуйста. Ну что, сель-сель-то. Вон, садись, Паша. Ой, Димон зашел. Смотри, еще хотел сказать, а что ты там тогда говорил про это? Какая-то была это у тебя? Что давишь-то? Ничего. Короче, смотри, ты говорил еще какая-то это. Тогда, то есть, типа, партнерку эту заезжай, типа, какую-то ты сказал. А, я получить. Тебе рефералку, да, скину. Хорошо, что ты мне напомнил, тебе в личку еще скину. Там, получается, какое преимущество партнерки? То, что у тебя будут крутиться дорогостоящие рекламные объявления длинные. Вот. А если ты... Ну, тебе также с AdSense'ом еще нужно договор заключить. С кем, с кем? С AdSense'ом. Че это такое? Сначала пойми, братуха, что это такое. Да, потому что сначала нужно с ним заключить, а потом уже с партнером. Я говорю, смотри, а этот... Меня тут еще спросили, типа, вот, когда написал. Че, типа, они написали, сколько, типа, цена за стрим? Сколько вообще говорить про все вообще, типа, не... Я не знаю даже, ну, по идее, я бы на твоем месте цену бы лучше не заламывал. Потому что в твоем случае все равно, по-любому, тебе будут фиксу. Да, это... Я не знаю, там вообще, скажи какую-нибудь копейку вообще, бля, зато... При хорошем раскладе. Ну смотри, тебе промокод дали? Нет, я вот только написал. А, ну, так ты не торопись. Тебе дадут промокод, ты поиграешь чуть-чуть на бесплатной основе. Ну, по сути, по идее, как обычно, со всеми поступают. Дали, да. Потом ну, они посмотрят, руководящий состав, сколько игроков у тебя прошло по промокоду. Вот. Если по промокоду, ну, достаточно новых людей, то, ну, хорошие шансы. Так, а мы все равно на Юшку едем, да, получается? Да, да. А-а-а. Ну, в принципе, может мне там и четверик реально кому-нибудь скинуть? Давай. Смотри, хорошо, все пройдет. У тебя же вроде на стейдж был, нету? Да, я ее полностью тут все на стейдж посадил. Я там столько бабок у нее шатал.
Сейчас, подожди, давай я, может, давай сейчас где-нибудь там на завод заверни направо, я ее там тэпну к себе. Окей, сейчас. Так, глючит у меня. Камрюшка без номеров. Блин, ну Камри реально, вот этот кузов самый красивый из всех Камри. Кто бы чего не говорил. Так, ГТВ. За 1.04. Угу. Нифига, Паша, ты. 21.04. Все, Паша, ты сними. Ты стараешься до этого доедешь. Здорово, здорово, пацаны. Бабки вернешь. На стейдж доехать? Ты да вот, этот, за больницей Юшки туда доедешь. Подавай я за тобой, давай, а? За тобой. А, ну давай, так, 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 Паша, так. Здорово! Здорово, здорово, пацаны. А, нет! Тихо, тихо, тихо. А чё у меня с голосом? Хрипучий какой-то, что ли? Я понял, да? Не знаю. Вроде нет, заболел. Так, Мустафа полетел. Кстати, я свой мустанг уже не заводил, не знаю, сколько. Больше полгода. Я еще оставил его, блин, еще по осени в гараже. До сих пор стоит. Забыл про него. Хочу все с учета снять, потому что у нас в России очень дорого транспортный налог. Дорогой. Так. Посигнайте. А как снять? Как снять? Как снять? Как снять? Начать прошивку. Установлено. А как снять? Вы хотите удалить? Да. Да ладно! Кирюха, ты просто бог! Это все можно безвозмездно, без потери стоимости вернуть обратно? Офигеть! Да ладно, вот это огромный плюс, офигеть! Я-то думал, сейчас там минимум, точнее максимум, вернется половина стоимости, а тут полная стоимость вернулась, офигеть! За это от души, конечно. Здорово, крутой мустанг! Так, а куда я еду? Налево. Так. Слышь, ништяк, нифига себе там под 7 лямов вернул. Что говоришь? 7 лямов где-то себе вернул. А ты за 6700, папа, 6700. Давай ее прикинем в этот, как называется. В утиль. Ну поехали, поехали. Она у меня без номеров. А, не, номера есть. Ну ладно, поехали в утиль. Паша, ты 7607 вернул. 7 миллионов 700 ты вернул. Паша, привет! Паша, привет! А, GPS напиши мне. Здорово, дядя. Подождите, Паша, может... Тихо, тихо, дайте Паше сказать. Знаешь, Кирюх, дело напиши мне GPS в рацию и все. А... Это в Луткарино, Паша, в Луткарино. В Луткарино нужно ехать, там это самое, за казино, Паша. Где казино? Паша, передай привет Диме Леонтьеву. Диме Леонтьеву, передай привет. Так, а можно привет, пожалуйста? Дима Леонтьев, тебе огромный привет. Не, я бы передал бы бомжу, вообще, мне это не трудно за 3К, но тут могут... Вот сейчас мы поедем на рынок, там полно перекупов, да, это раз. Да. Во-вторых, там, может быть, там не будет дома. Тело 5 будет, Паша, можно на видео снять? Так нет, Паша, конечно, Паша! Так, я не понял, какой GPS-то, куда ехать? Паша, когда я тут буду? Я тебе что-то сказал, так выражаешься, слышишь? Паша, когда будет забор в банку? Да, Машин, быстрее, я занят. Я играю. Ну, сейчас, ладно. Так, придется мне оставить машину. Так, сейчас я вернусь. Черный Rolls-Royce забирает.